В Алтайском крае вырастили коня богатырских размеров. Добрыня, так зовут великана, единственный представитель самой крупной масти лошадей в России, советского тяжеловоза. Породу вывели в СССР для доставки грузов в труднодоступные районы. Но алтайский жеребец белокурихинского курорта будет возить только туристов. В свои 2 года Добрыня уже выше своих взрослых собратьев на 10 сантиметров. Его рост сейчас составляет более 1,7 метра. По массе конь тоже становится лидером. Если обычная лошадь достигает веса 450-500 килограмм, то Добрыню в настоящее время весит 650 килограмм, а взрослый будет 1000-1100, может быть, больше, как будем кормить и ухаживать за ним.